Чемпионат России, Суперлига с участием команд «Спартак», город Ногинск и Вологда, Чемоката, город Вологда. Титульный партнер Суперлиги, букмекерская компания «Фонбет». Мир баскетбола, цифровой кабельный спортивный телеканал Российской Федерации баскетбола с круглосуточным вещанием. Ну а теперь давайте поприветствуем команды, гости матча. «Спартак», город Ногинск, а именно... Номер 7 Люблянова Мария, номер 8 Каратыкина Евгения, номер 10 Михалева Вероника, номер 12 Криволапова Марина, номер 15 капитан команды Горшечникова Оксана, номер 18 Кристина Лыбка, номер 20 Алина Безбородова, номер 26 Маргарита Духина, номер 33 Анастасия Павлова, номер 34 Ксения Чернова, номер 55 Анжелика Шишмарева, номер 57 Александра Пиляева, тренер Екатерина Зенкина. Ну а теперь давай встретим своих Вологда Чемоката. Номер 1 Конищева Мария, номер 7 Кристина Корт, номер 9 Екатерина Геннадьева, номер 11 Есения Маджанова, номер 13 Екатерина Терехова, капитан команды, номер 17 Юлиана Самородова, номер 24 Алина Замараева, номер 27 Марина Чудиева, номер 32 Дарья Силанова, номер 50 Лидия Малакова, номер 85 Полина Веселова, тренер Евгений Соловьев, помощник тренера Дариэл Папашвили. Представляю судейскую бригаду. Судьи. Судья всероссийской категории Алексей Пушкарев, город Ижевск. Судья всероссийской категории Татьяна Жолобова, город Ростов-на-Дону. Старший судья матча. Судья всероссийской категории Юрий Игнатьев, город Москва. Комиссар соревнований. Судья всероссийской категории Анатолий Голубев, город Свиригород. Ну что, а теперь равнение на флаг звучит гимн Российской Федерации. Суперлиги, букмекерская компания «Фонбет», мир баскетбола, цифровой и кабельный спортивный телеканал Российской Федерации баскетбола с круглосуточным вещанием. Какую выгоду вы еще не видели? До 600 тысяч рублей на «Ладу Весту». Более 250 автомобилей в наличии у официального дилера «Лада» «Матен». Успей купить «Ладу Весту» всего от 590 тысяч рублей. Подробности в телефоне «Вологде» 53-55-88, окружное шоссе 53. Прикоснуться к будущему, увидеть снаружи,
испытать за рулем. Автомобиль новой реальности Амода C5. Современный образ, подчеркивающий индивидуальность, премиальный комфорт и безопасность на дороге. Выбери свой фастбэк кроссовер Амода C5 с полным или передним приводом и выгодой до 500 тысяч рублей. Амода Мартен. Окружное шоссе 33. Телефон Волте 239-939. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас в гостях новый автомобиль «Джили Курай». И самая главная цена, да, вы не ослышались, всего 1 970 990 рублей. Ежемесячный платеж от 15 800 рублей. Это ли не мечта любого автомобилиста? Записывайтесь на тест-драйв уже сегодня. Мартен – официальный дилер «Джили». Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51 77 77. А содействует гарантия. Жаждем слышать ваши эмоции. Лучше это делать так, чтобы на площадке девчонки заряжались вашей энергией. Давай проверим, вот как настроение. Thank you.
Как-то очень тихо слышно трибуны, голод, да давай пошуми! Екатерина Терехова.
Нарушено правило 24 секунды. Thank you.
Thank you.
Thank you.
команды «Спартак» на площадке номер 7 Мария Лиханова. Thank you.
Есения Маржанова, номер 11, первый холл. Thank you.
площадке номер 50 Лидия Малахова. Все это пролетает мимо меня. Прошу за меня.
Замедлите время.
акций города Вологды. Титульный партнер Суперлиги, букмекерская компания «Фонбет». Мир баскетбола, цифровой и кабельный спортивный телеканал Российской Федерации баскетбола с круглосуточным вещанием. Такую выгоду вы еще не видели. До 600 тысяч рублей на «Мотор Песто». Более 250 автомобилей в наличии у официального телеканала «Матен». Успей купить «Мотор всего на 990 тысяч рублей. Подробности в телефонном фонде 53-55-88. Однозначно шоссе 53. Прикоснуться к будущему, увидеть снаружи, испытать за рулем. Автомобиль новой реальности «Амода C5». Современный образ, подчеркивающий индивидуальность, премиальный комфорт и безопасность на дороге. Выбери свой фастбэк-кроссовер «Амода C5» с полным или передним приводом и выгодой до 500 тысяч рублей. «Амода Мартен».
33. Телефон Болти 239-900. Что буквально меньше полутора минут остается до старта второй половины матча. Очень хочется узнать, как настроение у трибун. Болельщики, как вы? Это здорово, это хорошо, хорошо, это на четверочку. А еще громче можем! Отлично, очень нужна ваша поддержка. Давайте сделаем все, что можно. Давайте оставим свои голоса крестьянские здесь. Ну и, конечно, побольше хочется чемоганских кричалок слышать здесь.
Thank you.
седьмой, второй гол. Замена в команде «Волга» для чувака на площадке номер седьмой. Кристина Кор. Конец третьей четверти.
Thank you.
Защитная, Ксения Чернова, номер 34, первый пол.
челлендж тренера на аут.
Жизнь сыграет в меня, и все стирает даже боль.
Thank you.
Он все время ставит на футбол, либо пойдешь и не цветы покупать, но не цветы ставит. Да. Покупай тут цветы. Каждый четверг у нас футбол. Можно футбол. О, видишь, все с ним. Это нормально. Таргет какой-то обещали. Таргета нет. Помочь нашу метод, который зависит.